Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе складные карманные ножи СССР и все, что с ними связано. Мне так попался вот такой вот нож в интернете. Он продавался, я нашел он одинарный. Это нож ВВС СССР 85 -го года с фиксатором лезвия. Давайте рассмотрим его поближе, я все вам расскажу и покажу. Именно этот нож я нашел, именно так было написано, что это именно нож ВВС. СССР, это, потому что здесь так понятно, что 85 год, с фиксатором лезвия. Пишите, поправляйте, кто что знает, я буду очень рад, потому что в основном ножи этого, как обычный нож идет, и следующий нож, он как что-то виды, как пила, что-то, наверное, для, чтобы резать стропы, как стропорез. Вы напишите, кто в этом разбирается. Я больно в этом не разбираюсь. Я просто коллекционирую ножи СССР. И по описанию здесь тоже написал, что это складной нож в СССР. Потому что несколько объявлений там именно так и было написано. Он с фиксатором лезвия. Здесь, посмотрите, есть кольцо. Можно повесить на ремень, на пояс, куда угодно. Во всю длину он Во всю длину он 12 сантиметров. Примерно 12 сантиметров. И здесь, если мы разложим его, немножко он сточный, вот так вот, если мы его разложим, он 20 сантиметров. Такой вот ножик. И здесь есть фиксатор лезвия Пока мы не нажмем на вот этот вот фиксатор, нож у нас никогда не сложится. То есть нажимаем на вот этот фиксатор и нож складывается. Здесь 85 год. С этой стороны логотип завода. Такая вот ручка прорезиненная, чтобы надежно его держать. Далее давайте вес. Вес 103,8 грамм. Вот такой вот нож ВВС СССР 85 года. То есть мы нажали вот так вот и легко его сложили. Именно фиксатор здесь есть вот этого вот лезвия. Эти ножи я в интернете нашел, они попадаются реже. Просто одинарный такой вот нож. Нож ВВС СССР 1985 -го года. Возможно, он входил э, в какой-то еще этот шел набор У нас, неприкосновенный аварийный запас. И там этот нож тоже в этот набор комплектовал. Пишите в комментариях более подробную информацию. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки, также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке кулинарии ВКонтакте, ссылочки будут в описании. Всем пока!